Футбольный шериф отмечает юбилей победы в Кубке Содружества в Турции в рабочем режиме. Сегодня первый день сборов шерифа в Белеке. До пункта назначения команда добралась накануне из Кишинева с пересадкой в Стамбуле. В соцсетях игроки желто-черных делятся первыми впечатлениями. Судя по фото Данилы Анкудинова со звездным словенцем Йосипом Ильичем, шериф живет в одном отеле со старыми знакомыми по квалификации Лиги Чемпионов с Марибором. Пока команда тренируется, первый контрольный матч на турецком побережье 30 января против Олимпика из Узбекистана.